Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение с художником Евгением Фетисовым, заслуженный художник России, член творческих союзов художников, дипломант различных творческих конкурсов. И я хочу, чтобы мы, Евгений, поговорили, ну, может быть, еще остановились там на портрете, пейзаже, натюрморте, те жанры, которые тебе ближе всего. Насколько я знаю, это все тот мир, который тебя окружает, потому он тебе и близок, и тебе не нужно что-то выдумывать, искать, куда-то сильно далеко ехать, когда все рядом и все радует. Допустим, вот портрет, да, то есть это фактически член твоей семьи, это люди, которые тебе близки, ты их пишешь. Ну, для меня вот близок этот жанр, потому что, ну, пишешь то, что любишь, да. Так как там, ну и вот у меня, я так, может быть, акцент сделаю на нескольких портретах, которые для меня особо дороги, скажем так. Вот, ну, написал я Виктора Васильевича Воробьева, своего учителя. Вот, фронтовик, гимнастерки, он сидит, и, ну, для меня это такая личность, конечно, которая сыграла в моей жизни огромную роль, то, что он дал азы образования, и я направил в Академию художественную, судьбоносная такая для меня фигура. И стал вторым отцом, можно сказать, потому что бежали в его за студию и на крыльях. С ним всегда было интересно, содержательно, и, в общем, для меня эта личность не мог не написать. Я написал его портрет в гимнастерке, он сидит, он так и ходил, фронтовик, до конца дней своей в гимнастерке. У него почему-то вот для него это было и в праздник, и в будни, вот в гимнастерке, я его помню в ней. Такой солдат до конца, как говорится. Вот. Матери портрет. Некоторые портреты, к некоторым готовишься, наверное. А некоторые вот создаются. Например, матери портрет я написал в деревне. Работы. У меня в Щиже этот под Брянском. Щищское княжество было, а там, ну, дача в свое время. А далеко в Щише вот это? Нет, далеко. Там 50 километров от Брянска. Ну, место такое. Там Ткачевы очень много работали. Овстух рядом, Тютчево. Имение. Храм, вот я иконостас, кстати, тоже принимал участие. Вот, и вечером усталые, там теточки спать легли. Я говорю: мама, давай портрет твой напишу. Ну, вот, и она сидела, она: ой, я не устала почему-то. Вот, она не устала. Теточки вот мертвецки спят, как вот, чтобы не мешать нам. Все как-то сложилось так. И у меня откуда-то, говорят, второе, там, третье дыхание. Только что я еле ходил, а тут, и вот я мать пишу, и на одном дыхании написал, ну, один из лучших моих портретов, потому что как бы, и кто его видел, он у нее дома висел, пока она вот была жива, сейчас дома у меня, говорит, вот не просто там похоже, иногда критерии такие, а иногда человек, который разбирается, да, вот, ну, или говорит, чувствует, который говорит, ты, вот, потому что там есть еще нечто большее, чем похожесть. И во взгляде, и в руках, во всем. Вот. И вот удачный портрет. Но очень много пишу дочь свою, Анастасию. Она, ну, вот, у нее ангельская такая внешность, как-то вот, бывает, смотришь на цветы, да, и всегда, говорят, остатки рая на земле, и всегда почему-то вот радость внутри. Вот, лично мне, я живу в своем доме, и я люблю писать цветы, потому что, ну, рай вот такой, как бы вот, в мире только. У меня жена их любит тоже, она высаживает вечно, трудится. Я говорю, вот сейчас я еду сюда, она там уже горшочки стоят на балконе. Ну, рассаду, мало, да. Сделай еще одну полку там из трех. Вот, в общем, я делаю, и все, мало. Но зато потом просто выходишь. Оно, конечно, не вечно, вот проходит сезон, их нет. Но вот те минуты и дни, которые есть, это такая, ну, радость прям. Это... И Настю пишу вот в разных ситуациях, с женой, вот в этом саду. Я помню, вот момент был в 2014 году, это тоже когда по телевизору вот этот смрад какой-то горящий, такое, что-то такое, было ощущение чего-то такого, что в мире творится что-то непотребное. Вот. А я в этот год не поехал на пленэр и вот серию сделал портретов, и натюрмортов вот у себя в саду. Почему-то я как-то через вот это вот чувство
того, что творится в мире, да, по-особому посмотрел на тот мир, в котором я живу, на дорогих себе вот людей, то есть ради которых могу совершить там нечто такое, то, что, если, как говорится, придется. Вот. И вот, ну, с таким как-то вот я смотрел, думаю, какие же мы счастливые люди, вот то, что вот у нас нет этого, что вот, вот что-то вот я окружен родными людьми. Это вот в партиях это тоже это передается. Потому что если человек, я говорю, с любовью делает что-то, то оно зрителю доходит до зрителя, и он, ну, тоже становится соучастником вот этих твоих чувств, с твоих переживаний. И вот все лето я писал вот это все, и потом, когда наступил там, на выставку, я увидел, что я какой-то, я изменился внутри. Может быть, через вот переживания есть какие-то вот страдания, может быть, в связи со сопричастностью к чужому горю, открывается то, что не видишь в обыденной жизни. Мы все спешим куда-то, а вот когда есть сознание того, что вдруг это все может разрушиться, что вдруг исчезнуть может какими-то злыми силами, это может быть развеяно. Вот. Тут приходит сознание просто, насколько этот мир зыбок и насколько дорог тебе тот мир, который тебя вот окружает, твои близкие, родные люди. Это в портрете вот как раз и привносишь. Сознательно, несознательно, вот просто чувствуешь, что насколько жизнь скоротечна. То, что вот мгновение, дорожить надо каждым мгновением. Вот, вот дано оно тебе. И как художник, естественно, это вот через портрет, как бы вот эти все это. Ну, все равно перед смертью не надышишься. То есть, понимаешь, естественно. Вот, дорожить. Надышишься, ну, конечно, конечно. Не надышишься, но вот, основной, я не знаю, потребность вот такая была у меня именно, и я ее стремился реализовать. Основное, ты видишь, вот, так, с упоением каким-то как делал и с таким восторгом. Объясняется основное, это спасение души. То есть, ну, естественно. Если через искусство человек способен своей душе сделать пользу, это да. Ну, вот а хотелось искусство привнести в мир какую-то, да, такую любовь. А если искусство порождение амбиций, самолюбования, тщеславия, ну, да, коммерции, то это и саморазрушение, и фактически ложный ориентир для других людей. То есть, естественно. Поэтому искусство, да. Но, скорее всего, искусство все-таки от слова «искусственно», а ближе-то понятие творчества. Потому что творчество – это процесс божественного творения. Ну да, все причастно. Как продолжение расшифровки сотворенного сущего мира. То есть все, человек же не творит свое что-то. Он на базе увиденного, услышанного, зримых образов. То есть, да, вот, да, эти пазлы он может сложить только из того, что он видит, слышит и осознает. Поэтому вот это лукавое понятие «я создаю свой мир», там это. Ну, конечно, он свой мир, но он не уникальный в плане того, что его не было. Он из того берет, что есть в человеческом бытии. И плюс еще добавляется наитие духа, если он человек в духе. Вот. Поэтому вот я и обратил внимание, что в твоей живописи, в частности в пейзаже, такая своеобразная манера у тебя уже узнаваемая, она воздушная. То есть хорошо пишешь речки, дальние планы, вот эта перспектива воздушная, пленэрная. Много серебристых оттенков замешиваешь, цвета. Как вот строится твоя палитра? Я сейчас бы хотел перейти сугубо на пленэрную живопись и на твою кухню, так скажем. Если это возможно, какие-то особенности твои, любимые там, выбор мотива, любимые такой, понимаете, замесы или палитра, то есть вот вокруг этого. Вот выезжаем на пленэр, да, художник, ну, обычно как расходится, иногда пишут даже с одного места, мы как-то пишем, а Миша Решетнев, тоже выпускник Лазунова, говорит, вы мне напомнили, говорит, стаю гусей или там журавлей, ты, говорит, впереди сидишь и клин сзади, но это не то, чтобы себя похвалить, ну,
я смотрю на природу, вот, мне слово так не нравится, цепляет. Я вот вижу, вот мне хорошо здесь, я вот становлюсь как бы частью этого сюжета, я растворяюсь в нем. Бывает, так говорят, глаз не оторвать. То есть то, что меня действительно, я не думаю, там, в этот момент, может быть, там кому-то понравится, не понравится. Мне нравится сам процесс, скажем так. То есть я становлюсь сопричастен вот с этим божественным, так сказать, это говоря таким вот языком. А что касается палитры, оно складывается само на холсте. То есть вот эта воздушность, видимо, вот так у меня глаз устроен, что ли, что я люблю создать среду, скажем так, вот на... Есть пейзаж, да, архитектурный, ну, есть вот на, да, состояние. Да, вот я подвожу тебя к этой мысли. Вот я и сам среды подхожу. Среда – это воздушная пленэр, это воздушная перспектива. Да. Среда. Да, да. Ты подбираешь вот эти серебристые, сложные зеленые, очень сложные зеленые оттенки, да. То есть, я не думаю о их сложности, нет, в тот момент. Нет, я просто, да, допустим, наша передача, да, конечно, на разный уровень рассчитана. Я вижу, опять же, вот, если возвращаться ткачом, что это правдиво. То есть вот для меня вот это, то есть, нет, ну правдиво, неправдиво, скажет Арди, критерии правдивости. Не ткачом уже правдиво. Опять же, тоже не сам. Ну, да, а внутри, наверное, как-то находится. Наша передача рассчитана на широкий круг зрителей и художников. Угу. Поэтому по умению брать в пленэр зеленый цвет очень легко можно судить о том, насколько человек профессиональный или непрофессиональный, насколько у него поставлен глаз, умеет он по палитрой общаться или не умеет. Ну, да. Ты понимаешь? Вот именно о зеленом цвете очень сложно писать лето. Вот всем кажется, всем нравится лето. Ну, не всем, мне вот не нравится. Но многим нравится лето. Что это? Тепло, мне нравится сухо, лето, светло, и... ягоды, грибы, купаться, загорать. Но ну, комары да мухи еще сути, при этом. То, что я не люблю там. Но я люблю больше переходное или зимнее состояние. Но люди любят ощущениями человеческими. А насколько это художественно изобразимо, это уже сложнее. Есть переходное состояние, там летний там, восход, летний закат, летний там, вечер, там, сирень, черемуха. Есть уже как бы такие клишированные состояния. Угу. Но сам по себе зеленый, вот полуденный зеленый или там вечерний зеленый, это разные зеленые. Ну, естественно. В перспективе они разные. Ничто не повторимо. Вот то, через что 5 у минут. Тебя умение есть, умение брать не натуральный цвет, а цвет переработанный через свой вкус, через свое мироощущение, через свою колористическую палитру, это твоя особенность. Вот я, насколько я вижу, вот из твоего творчества. Так же, как вот и осенние, весенние, то есть вот эти движения воды, вот эти отражения, остатки снега, вот это плавие, когда цвет плавится с другим цветом, нет очерченности. Нет такой вот разложенности, вот это небо, вот это земля, вот это вода. А вот монолитность и слитость вот этих ощущений, что это не земля, а это такая среда, с которой идет весной теплый пар, туман, травинки эти выходят. То есть это мир. То есть художник, который вот как бы профессионал, да, твоего уровня, угу, он рисует не просто объект, он, как я вижу, он рисует ощущение. Безусловно. От объекта. Вот это вот, кстати, и важно. Ощущение. То есть да, не задача да, вот, да, нарисовать церковь. Нет, конечно. Тут куст сирени, тут пруд, тут речка, домик. Нет. А свое ощущение от этого храма среди этих зарослей сирени, этого старинного погоста, кладбища, где приютилось вот это маленькое озерцо. То есть это поэзия. Если пейзажист немножко хотя бы не поэт, но это потраченное время. Конечно, мне кажется. Безусловно, безусловно. Поэтому все-таки вот этот лиризм, вот этот вот настрой, который присутствует в пейзажисте, он невольно является продолжением вот его мысли, его ощущений. Оно просто сублимируется и выходит через краски.
То есть вот через цвета, вот очень хорошо сказано. Поэтому я и питаю тебя вот на эти темы. Тут вот есть вопросы, на которые, ну, я не знаю вообще ответить, художник. Я не писатель, не филолог, не искусствовед. Просто я согласен, что можно сказать, ну, приходите на выставку и сами смотрите. Нет, и так я не скажу. Я вот, может быть, так, вот если... Надо как стараться, стремиться, вот, ну, как бы раствориться в этой среде, которую ты в природе. Ну, оно может быть из области каких-то таких медитаций, я не знаю, как это правильно назвать, ну, но слиться с природой. Погружение, кстати, очень подходит. Вот если это вот степень погружения, наверное, рождается уже, оно как бы, ну, вот, если ты вот слился с природой, и такие вот чувства, как я рассказывал о Рембрандте, когда я копировал, вот это чувство неповторимое, как бы, слияние и сопричастность вот к тому, что делал он, поклонение волхвов. Вот если подобное что-то, переживания все, которые ты испытываешь, они-то вот и передаются потом зрителю. И оттуда и появляется цвет уже, какой-то он необычный или сложный. Я не знаю, откуда он берется. Я вот, говорит, я так вижу. Но у меня нет рецепта, что надо смешать желтую с синей и добавить слегка этого. Его нет, оно рождается как бы стихийно. Ну, ты понимаешь, вот как... К сожалению. Я, может быть, что-то хочется услышать, что-то другое. Многих художников вот так вот пытаю иногда. А кто-то что-то... открывает, кто-то общими фразами отделывается. Ведь самоценно, не то, что сказать, идите, сами смотрите, там, или альбом. Да там, нет, или... конечно. А самоценно это от художника получить заряд энергии, что самому захотелось быстрее взять кисти и тоже побежать, и тоже быстрее на пленэр. Мне кажется, искусство, оно в этом. Да. В том, что не только все. Вот я так нарисовал, вот вы хотите, смотрите, не хотите. Вот я такой. Не нравится, значит, не доросли. Нравится, покупайте. Я не об этом, а о том, что искусство – это то, что нас всех объединяет. Если нормально, психически здоровый человек, все видят одинаково. Не включая какие-то умыслы, замыслы, там, манерности какой-то. Да. Он видит, что... Все по-разному. Вот 10 человек будут стоять то, что они нарисуют по-разному, как... это зависит от их мироощущения и профессиональной способности. Но поэтому здесь... он мне скажет, что «а я так вижу» и глаз нарисовал на затылке. Нет, это уже из другой области. И та же пейзаж. Взял мастихин, уже... три замеса раскидал. Ну, видите, как живо, эмоционально, бодро. А я называю это нагло. Нет. Потому что это огрубление, это примитивизация, это уже будет неправда. Вот этого, ты возьми, близко подойди, это веточка, на ней листочек, тут почка, а и капелька висит, росы. Это целый мир. Как или сосулька. Можно шлепнуть каким-то мазком и сказать, вот заквашено и брошено. И брошено. Кому? То есть, ну, плати голову короля. То есть вот сегодняшняя повитая – это увлечение мастихинописью. Мастихин может давать есть. Некоторые подмалевки, некоторые такие общие планы, да, когда можно потом обрабатывать. Ну, кроме того, чтобы палитру чистить, да, акценты можно поставить мастихином. Но чисто огрублять. Если только, да. Потому что щетина, замыкаться на этом, это значит обкрадывать самого себя и зрителя в итоге. Кисточка, она более пластична, она упругая, нежели железка. У железки их и след, это не железный. Конечно. Такой какой-то пластиковый, какой-то клеенчатый. Поверхность становится такая вот негряшливая. Ну, я согласен полностью. Возьми природу. Это как, самоограничение. Как там что там, небо. Это воздушная среда. Какие там могут шлепки, маски, я не понимаю. Это воздух, он не материален. Фактурность допустима, допустим, это там поверхность там, земли, травы, листьев. То есть шероховатые эти поверхности, да, такие сложные. Там допустима, допустим, фактура мазка. Но профессионалы, допустим, тени всегда делают легче. Подмалевки оставляют. Чтобы дышал холст в тенях. Нагружается свет. Цвет белый, допустим, потому что краска белая садится больше, теряет свой цвет, изменяется. Конечно, поэтому конечно. Чем слой толще, да, тем меньше изменит тона цвета.
То есть мы сейчас, вот я как раз говорю, не для того, чтобы препарировать как что-то такое возвышенное. Нет, это не препарация. Это просто разговор о сокровенном. Ну, как, допустим, два профессионала собрались и говорят о чем-то профессиональном. Можно и не говорить, но люди, которые, допустим, далеки от этого, им, может быть, это будет интересно и в чем-то заразительно. Потому что так называемая кухня, да, как вот это, когда вы знали, с какого ссора. Да. Ну, то есть, я не знаю, художнику трудно, вот это понятно, что это сокровенное, что-то личное, перестрадано. Но в любом случае, вот есть какой-то такой мир, которым можно поделиться. Вот, или сказать, вот как вот я выбираю мотив, да. Ну, вот не просто вот пришли сюда, нас привезли, мы с пленэра встали и вот что-то начали. Не знаю. Для меня, я вот не очень люблю такие, вообще не люблю скопления людей. Наоборот, это свое личное интимное состояние. Ты и природа. Ты эти когда на пленэре, ты тоже. Поэтому ты же вот надо все-таки найти все то, что откликается твоему сердцу. Ну, вот, то, что является твоим пережитым каким-то состоянием. Потому что найти мотив – это сложно, но сложнее создать художественный образ. Да. Это уже другая степень. Мотив, он может быть и хороший. Вот, допустим, Саврасов, если уж мы вернемся, грачи прилетели. Ведь этого места, оно очень примерное. То есть вот эта Воскресенская церковь, села Малвитина, она находится на холме, фактически все это село на холме находится. И нету такой точки ракурса, где бы можно найти такой план, потому что она большая церковь. И дали, которые там дали реки Шача, конечно, дальше находятся. Волженица и Шача, за ними простор. Ну, как говорят, он так срежиссировал, вот как ему дано было. В том и смысл, что это сочинение, то есть это о создании образа, образа русской провинциальной весны. Безусловно. Он храм немножко отдалил. На передний план опять же поставил березы какие. Ведь на этих березах гнезда не вьют вообще. Конечно. Это чахлые, типа карельские березы, изогнутые карельские березы, они не вырастают высокими из-за климата. Либо если это аномальная зона, деревья тоже гнет, корчит. То есть на таких ущербных деревьях фактически гнезда, эти здоровые, практичные птицы, грачи. А гнезда это целые гирлянды, они тяжелые, на этих прутиках. Не судьба. Ну, как ты когда смотришь, не задаешь себе эти вопросы, ты общее видишь. Не задаешься, потому что воспринимаешь сначала состояние. Да, конечно. Вот это ключевое образа. Слово. Вот это. Так же, как, допустим, Марк Левитана. Все помнишь, да? Да, конечно, лошадка, помню. Как не помнить. Приехали они, да, там, сосновый лес, все. Березка. Где висит скворечник? На макушке. На тоненьких веточках висит скворечник. Ну, не может он там висеть. Его фактически там не приколотить, не повесить, он сломается, упадет. Но создание образа художник, ну, такое слово врать, художественное вранье, ну, есть такое профессиональное понятие, да? Ну, мы можем сказать сочинение или усиление образа. Вот это усиление образа весны скворечника. У обывателя, даже или далеко от практики человека, даже не может вызывать сомнения, что это так или не так. Да, как-то вот оно органично. Да. Ну вот я еще раз в этом контексте, откуда что берется, да, почему-то вот сидел сейчас и слушал, и одновременно вспомнил детство свое. Вот все мы родом из детства. У меня, так считаю, что я городской человек. Ну, в Брянске я жил, вот, как говорится, в таком одноэтажном доме, сарай, куры. В общем, такое натуральное хозяйство. Природа. Отец рыбалку любил на природу. Мы идем, утро, рассвет, все еще спят. То есть у бабушки на окраине Калуги малинники эти. То есть, ну, вот как с детства. Ну, природа же тоже как-то кто-то по-разному к ней относится. Да, как к людям, так и к природе. Вот. Но у меня почему-то вот с детства, я помню, утренние зорьки на рыбалке – это самое то. То есть идешь утром, еще и рыбалки нет, а ты уже растворился в этой среде. Я думаю, что ответ вот где-то надо искать оттуда. Когда любишь свою природу, не какую-то там чужую, а вот российскую, русскую природу,
Вот, то, ну, то тебе открывается что-то такое, да, то, что да. уже нельзя сказать словами и какой-то рецепт написать. Я думаю, а что, вот делай все с любовью, да, и будет все хорошо. Я думаю, что мы хорошо. Много могли бы поговорить и о твоих еще монументальных росписях в храме. Это уже отдельная тема. О твоей да. такой религиозной живописи. Mm-hmm. Потому что много святынь на Брянской земле, это и Плащанская, да, конечно, Свенский монастырь. Да, это одно из любимых мест Плащанская. Земля богохранимая. Я думаю, что благодаря всему этому рождаются хорошие художники, и мы имеем счастье видеть твою живопись, живопись твоих друзей на выставках. И очень рад, что состоялась наша сегодняшняя передача. И у Ксении Петербургской есть такое, ну, вот слова ее, да, это, что для меня нет большей радости, чем встретить доброго человека. Вот я сейчас сижу, смотрю поэтому, на дорогие вас, друзья, Олег, и радуюсь. Мы сегодня встретили очень доброго человека, Евгения Фетисова, который нас порадовал своим творчеством и радует. И то проникновенное, сокровенное, о чем мы говорили, я думаю, что будет вам также интересно. Всего доброго, до свидания.